Всем привет. Автосалон «Черри». Почему я улыбаюсь? Потому что опять тут грядут просто офигеть какие перемены. Вот это вот раньше, вот это все был, ну, и вот этого пересенка не было. Здесь был огромнейший салон Nissan. Вот этого ничего не было. И вот в этом крыле, ну, скажем, части зала продавали Datsun'ы, а все остальное был Nissan. Потом отделили вот этот, сделали здесь «Черри», как видите. Сейчас вот это все будет опять, вот этот перестенок будет опять убирать. Я спрашиваю, почему? А потому что модельный ряд у «Черри» настолько расширился, что теперь даже уже места нету. То есть еще придут семерка полноприводная, он уже стоит седан, у них куча восьмерок и так далее, и так далее. И потом еще будут эти гибридные машины, так что где-то нужно ставить. Теперь все опять это будет убираться. Слышите, там уже все это шумят, уже вон строительные леса, все убирает, уже Nissan на крыше буквы сняли и так далее. То есть «Черри» конкретно здесь решила расшириться. И еще прямо вот буквально совсем свежая новость. Дело в том, что еще год назад был слух о том, что компания «Черри» ведет переговоры с «АвтоВАЗом» по поводу производства машин в Санкт-Петербурге на заводе Nissan. И тогда вроде как китайцы отказались, якобы у них вот эти машины, семерки, да, они были совсем, ну, типа, свежие, вот. А сейчас, типа, будут производить. Но, опять-таки, 7 Pro Max, он совсем-совсем свежий, он только как полгода продается, да. И, тем не менее, сейчас вот уже прям вот сели за стол конкретно переговоров, и возможно, что кроссоверы «Черри» будут тоже производить на заводе Nissan. Ну что, такие вот новости, теперь давайте смотреть. У нас «Черри Тига 7 Pro Max», и совсем скоро уже должны привезти полноприводную машину. Ну, честно говоря, я где-то недавно читал, что вот народ пишет, мол, дайте на полноприводную, все такое. Дали полноприводную, и по, допустим, если судить по моде, или вернее по эксидам, вот эти вот LX, да, эксид, привезли полноприводную, и продажи, ну, он подорожал, и сразу получается, что продажи-то не особо пошли. То есть больше берут эксидов LX переднеприводных. Не знаю, как будет с этими машинами. Время должно показать. Ну а что, вот так, сами подумайте, да, вот такая машина, она, в принципе, по сути, городская. То есть если человек не рыбак, не охотник, в основном трассовые такие у него, эти разъезды там, допустим, на море, с моря, ну и плюс-минус, да, из города в город, там съездить в соседний город на экскурсии, бла-бла-бла, то ему полнопривод, по сути, он и не нужен. У нас страна огромная, и есть много территорий, где летом тепло, и зимы сейчас почти бесснежные, да, то есть переднего привода вполне хватает, даже если какие-то там будут снежные, там, ну, типа там вот эти вот переметы, да, то с таким клиренсом можно смело проехать и все. Да что говорить, можно поискать видео, человек снял переднеприводный у него корок и проехал вот вдоль, рядом с машиной проехала снегоуборочная машина. Где-то примерно вот такой вот получился снежный бруствер. Он машину прогрел, говорит, сейчас будем выезжать отсюда. Выехал вообще без проблем, так что как-то так. Так, это у нас получается семерка Pro Max. Цены пока нету. Та же, как и на Ariza, сейчас ее печатают. Ну, давайте вот посмотрим по вот этой. И по идее, это они должны быть машины все одинаковые. По сути, в смысле, по комплектации цена будет такая же. Ну, посмотрим, что здесь. Она открытая, да? Тига, подсветочка. Все электро. Все работает. Салон кожаный, как видите, здесь «Черри». Три подголовника. Такой вот запах. Знаете, вот такой вот. Думаю, где же я запах такой вот, ну, нюх такой вот, думаю, где же я такой запах, вот помню откуда. Как вы думаете, откуда, когда садился в машину Audi? Такой же примерно был запах, удивительно, да? Подстаканники. Ну что, есть на канале обзор на эту тачку и даже полноценный тест-драйв. Сейчас мы катались, в общем, мне все понравилось, все понравилось. Даже не знаю. Но сейчас опять-таки повторюсь, кому не нравится машина с вариатором, уже подождите немного, месяц остался,
и придут уже полноприводные машины. Там будет мотор чуть-чуть помощнее, и вместо варика будет стоять робот. Причем робот уже мокрого типа, так что все будет хорошо. Идемте смотреть, что же там по цене. Итак, смотрим. Kiga 7 Pro Max. Это у нас комплектация Ultimate. 1.5 турбо, 147 лошадей, привод передний, крутящий момент 210 ньютон-метров, объем багажника 1500 литров, дорожный просвет 190 миллиметров. Круто. Так, смотрим. Цена машины 3 миллиона 39 900. А тут еще доп. Оборудование, смотрите, 60 тысяч. Скидки. 3DIN 210, черри легко 95. Если все это у вас срастется, 2 миллиона 794 900 рублей. Индивидуальная скидка, подробности в отделе продаж. То есть, если вы подходите и начинаете разговаривать. И так далее. Такой вот уже традиционный серебристый цвет. Kiga 7 Pro Max. Красивые диски достаточно. Тут еще вставочки из хрома. Хотел почитать, где производится стекло. Ничего не написано. Наверное, оригинал. Как двери мягенько закрываются. Смотрите. Проекция. Ну да, прям классно дверь закрывается. Мягкий верх, хорошо. Здесь еще, видите, подсветка. Потухла. Ну и тут тоже три подголовника. Видите, у нас какая крыша. Имеется сзади подлокотник. Перфорация, да, имеется. Здесь все вот так. Для телефона место. Ну вот, все хорошо. Здесь что у нас? Главная страница, кнопка запуска двигателя. Нравится мне, что здесь прям такое, как одно целое сделано. Вот видно, что идет разделение. Тем не менее, вот он экранчик заканчивается, и тут начинается другой. Тем не менее, как вот одним цельным сделано хорошо. Тут что? Такая книжка. Естественно, все на русском. Я как-то пытался поискать ошибки, и довольно-таки достаточно грамотно все написано. И я страницы две прочитал, ошибок не увидел. Ну, молодцы, подготовились. Хорошо все сделано. Народ покупает. Поэтому, наверное, недаром, что будут производить машины уже вот эти в России. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшие предложения по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Экономия на плановом ТО может составить до 10 тысяч рублей, а, например, при замене масла до 4 тысяч рублей. При этом на сайте всегда есть секретные акции и спецпредложения. Разумеется, есть и предложения на новые автомобили от новых дилеров со скидками даже за наличные. Ссылку оставил в описании. Если на море, очень много китайцев видели на трассе, да и вообще. Вот в этой локации очень было много машин. Вот эти все снимки, которые, да, сейчас я вам показываю, вот эти все машины стояли именно вот в этой локации, в одной. Как-то так. Пока ценник пишут на вот эту машину, восьмерка, давайте посмотрим, вот у нас новинка. Cherry Ariza 8. Тоже, да, вот когда пошли первые сливы о том, что вот появится эта машина, не, это типа ничего не будет, это фигня, то есть как бы не верьте, бла-бла-бла. И тем не менее, вот она у нас появилась и уже стоит в нашем салоне. Ariza 8. Видите, да? Ну, то есть ее уже все заверяют, как типа это замена Camry. Ну, не знаю. Давайте смотреть цену для начала, а потом уже все остальное.
Ариза. Итак, смотрим. Cherry Ariza 8 Ultimate SE. Робот DST, двигатель 1.6 турбо, 186 лошадей, крутящий момент 275 ньютона-метров, привод, понятно, передний, дорожный просвет 144 миллиметра, из допов КР салон и багажник, 3 549 900 рублей стоит машина, программа Trade-in 208 тысяч, Cherry легко, еще, и получается в итоге, если все срастается, 3 миллиона 85 тысяч стоит вот эта машина. Без вот этого всего цена вот такая. Ну что, хочу сказать вам сразу. Смотрится машинка, конечно, достаточно красиво. Красиво. Вот как по мне, чуть-чуть бы вот заднюю ось буквально сдвинуть на сантиметров на 5, наверное, да, вот нужно было. Вот мне почему-то так кажется. Может, просто ракурс такой. Дальше что? Ну, диски красивые, не спорю. Полоска хрома снизу, это уже, ну не знаю, сразу как-то вот не очень. И вот это вот дело, вот это, тоже мне не очень нравится. Ну то есть машина темная, да, и к чему-то вот это вот, ну типа бронзовая вставка, ну под бронзу, да, и пластик такой, он несколько, ну дешевеет. Еще и как-то вот, видите, то есть это сразу, ну после покупки нужно ехать в детейлинг-центр, и закатываю это все в пленку, в темную, чтобы как-то не выделялось все вот это. Камера тоже есть. И здесь, как видите, нет ни сетки, ничего. Ну, вот такая вот решетка простецкая. Ну, так скажу, да? Датчики имеются. Раз, два, три, четыре датчика. И вот эти вот кругляши тоже как-то они вот, ну, по первости как-то не очень. Что тут написано? Мелко написано, разберешь. Вот, ну как-то так. Давайте пока открыто посмотрим, что здесь. А, нифига у нас не получится. Надо оттуда щелкать. Радар. Ну что, такой вот у нас Ariza 8. Камера тоже есть. Тоже здесь 4 датчика, патрубки. Давайте посмотрим, какая у нас здесь подвеска. А подвеска, как видите, у нас независимая. Вот такой багажник. Крышка сама открылась, я ей не помогал. Петли облагорожены. Крышка вся, видите, в шумке. Ну и, ох, прям такой свет тут. Маленькая, но прям яркая. Ну и вот видите, как здесь все сделано. Динамики так прикручены. Ariza 8. Что здесь предлагается? Достаточно такой толстый полик. Тут 225-45R18. Я так понимаю, полноразмерная запаска. Домкрат, инструмент, треугольник имеется. Тут еще у нас САП стоит. Ну и тут много места. И тут еще сеточка. А крючка никакого, крючка никакого нет. Ну вот так. Подсветка номера, кнопка открытия багажника и камера заднего вида. Cherry. Такая крыша здесь покатая сзаду. Красиво смотрится. Так, да, это у нас полноразмерная запаска лежала. Смотрим. Вот такая дверная карта. О, видите, какая, какой ход ручки, смотрите, прямо капец, да? Ну вот так, здесь динамик, все красиво. Давайте присядем. Ну что хочу сказать, вот так все здесь выглядит, конечно, красивый салон. Один телефон, второй телефон. Вот так все здесь смотрится. Тут что-то для ключей, наверное.
Видите, здесь все так работает. Электроноручный функция автохолд. Подрелевые лепестки. Работа с круизом. Подогрев руля. Работа с телефоном. И так далее. Такой... Здравствуйте. Что я могу? Извините, я не могу вам в этом помочь. Да, и не надо. Все, спасибо. Вот. Извините, я не могу вам в этом помочь. К сожалению, такая я еще не овладел этим навыком. Подсветочка. Извините, я не могу вам в этом помочь. Такое... К сожалению. Заткнись ты уже. Вот. Значит, тут что у нас? Вот так все. Вставки под дерево. Понятно, что это пластик. И здесь даже память сидений, как видите, для троих. Неплохо. Вот здесь получается. О, вот я нашел, да. О, красота какая. Вот здесь прям, да, здесь все хорошо. Быстро все это дело двигается. И, допустим, вот я вот так бы поехал, да, и сиденье опускается низко. Вот это, конечно, классно. Что не говори, а это хорошо. Вот так все здесь быстро, легко регулируется и так далее. Ну, то есть, вот такие дела. Давайте быстро посмотрим, что здесь. Вот такой вот салончик, тоже с подсветкой. Ну и вот у нас еще Tiggo 8 Pro Max. И вот такая цена. Красного цвета машина. У нас есть коричневый салон. Тоже здесь, видите, проекция имеется. Все здорово. Ну, вот такие дела. Тоже все. Здесь электро. Вот тут прямо вот, наверное, можно было, да, завести чуть-чуть сюда пониже. Прям вот эта ткань. С другой стороны, видите, как здесь все равно вот это вот. Ну да, не облой ничего, но края вот эти острые. И когда здесь ткань, вот так человек садится, то лучше, когда ткань здесь соприкасается с пластиком. Ну, вот это хотя бы, наверное, было вот так завести, наверное, как считаете? Тоже имеется перфорация. В общем, вот так. Ну и, соответственно, уже сказали, что ждут они восьмерку гибридную, семерку гибридную, полноприводную машину, в смысле семерку. И опять-таки, вот это место пусто здесь, выдача автомобиля здесь, оно и должно быть пустое, да? То есть, видите, а еще нет у нас здесь четверки. Кстати, четверку обычную уже сняли из продаж, потому что уже почти полгода продается четверка Pro. Вот ее тоже нужно где-то ставить. Поэтому видите, как уже они выросли из этого салона, теперь будет вот там все. Вот такие вот цены. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо.